you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем в криминалочку на сервере Amazing Roleplay. Первый сервер, мне Кирилл Путбулу Ви. Я играю со своим твинка, чуваки, нет, меня не уволили из ДПС, что это твинк. Это твинк, меня никто не увольнял. Как бы, если что. Вот Фому даже напишу куку. Видите, член семьи, это мой твинк, так. Сегодня у нас будут покатушки на Мерси, я решил просто покататься, уже отойти немного от этой темы ДПС. Конечно же, серии еще будут выходить по ДПС, это без вопроса вообще, как бы, поэтому все нормально. Так, лок один. В Мерседесе решил покататься, блин, Ямаха у меня тоже есть, в принципе, кстати, не продал я ее до сих пор, вот. Это Ямаха, как у меня подарили, да и этот Мерседес мне тоже как бы подарили. Эту Ямаху подарили за полцены просто, а эту просто подарили. Мерседес этот. Я решил покататься на нем сегодня. Может, что-то интересное произойдет. Кстати, я тупанул. Я мог, конечно, устроиться с этого аккаунта в ДПС. Как бы. Ну, а со снобы мог бы дальнобой снимать, походу, на ВЧ. Ну, в принципе, ладно. Я думаю, на основе будет попроще, потому что меня там более-менее на основе узнают. Здесь меня не так узнают. Поэтому все нормально, я доволен. Сегодня покатаемся на этом замечательном Мерседесе, который мне подарили. Не знаю, может изменить его. У меня денег, конечно, немного. Я уже разбил фару. Вообще круто. Может тут перекрасить. Хотя, думаю, нету смысла перекрашивать. А диски, кстати, эти даже очень красивые. Дисочки. Так, тормоза. Биммер здесь стоит. War 3 двойки. Гетер стоит. Таксишки, кстати, замененные у меня. Можно будет себе в таксопарке еще поработать, кстати. Если вы хотите. Бля, 10 как даун просто. Код 3 единицы. Господи. По-любому задонил. Вот по-любому задонат по 100 номера такие. Код 3 единицы. Стопудово. Давайте заждемся зеленый сигнал светофора и поедем. Я просто не хочу ПД нарушать. Кстати, он такой юркий Мерседес. Даже таки довольно-таки хорошо едет. Мне нравится. Просто решил расслабиться, потому что на своем аккаунте я не могу там спокойно покататься, так спокойно расслабиться на основном аккаунте. А здесь я могу, в принципе, делать все, что угодно. Как бы я здесь не состою фракции, и все хорошо. Давайте свернем аккуратненько. Аккуратненько и проезжаем. Ай, штраф получил все равно. На этом аккаунте у меня денег немного. Кто помнит, я здесь играл и слил здесь, поднял точнее миллион, а потом слил миллион. Ну, это бывает, в принципе, казино такая штука жесткая. Жесткая штука. Еще та. И намерен прикольный. Реально, может, не знаю, протюнинговать его. Напишите в комментариях, может, посвятить следующую серию тюнингу этого Мерседеса, именно сделать его необычным, потому что, ну, черный, банальный, в принципе. Мне так нравится, но напишите в комментариях, может, сделать его каким-то особенным. Там диск какие-то поставить, подобрать на него. Цвет какой-то прям особенный. Ну, не все мои банальные цвета, там, не оранжевый, не фиолетовый, не какой-то еще, ну, какие-то другие номера. Ой, номера. Цвет какой-то особенный прям ему сделать, прям... Чтобы такого цвета даже никто не использовал еще на в КРМП. Ну, на магазине хотя бы. Ну, как вам такая идея? Обязательно напишите в комментариях насчет этой идеи, то, чтобы сделать его каким-то особенным. Вообще, таких Мерседесов мало на сервере. Наверное, всего лишь штук... Ну, 10 максимум. Ну, максимум 10 штук таких. Именно до обновления. Хотя, может, на аккаунтах у кого-то, да. Может, кто-то просто забросил их. Может, и много быть. Ну, в принципе, ладно, это не важно. Что там, кстати, на пляже? Хоп. Какой у него привод стоит? Заднеприводный он. Не, ну, Мерин классный. Модпаки, по идее, его должны будут заменить. Но когда он выйдет, модпак, и заменят ли его точно, это я вам сказать не могу. Но я знаю, на что хотели его заменить, и на что, возможно, заменят. Но я думаю, это будет тоже неплохая заменка.
принципе, тоже Mercedes. Но какой, в принципе, угадывайте сами. Стоковые диски тоже неплохо смотрятся на Мерседесе. Стоковые диски тоже неплохо смотрятся, я вам скажу. Вот реально. Хотя эти... Ну да, стоковые тоже неплохо смотрятся. Но эти смотрятся, в принципе, лучше. Эти смотрятся получше. Кстати, пробег скоро будет 2000 километров. Сейчас мы на нем почти накатаем, реально. Это будет довольно-таки круто. Если мы на нем сейчас проедем 2000 км. Ну, накрутим уже. Наездим, точнее. Давайте зайдем, наверное, починим. Деньги есть пока что. Ну, я здесь с деньгами уже не расшвыриваюсь, потому что, ну, надо арендовать постоянно квартиру. Я здесь не оплачу квартиру надолго, потому что, ну, я редко захожу на этот аккаунт. И в основном захожу либо снять видос, либо просто покататься. Ну, буквально там, не знаю, может, 2 раза в неделю. Это максимум. Бывает, даже неделями не захожу, поэтому я не оплачу надолго, я квартиру просто раз купил, там зашел, покатался или снял серию и все. Как бы у меня этот аккаунт, надолго я его не оплачиваю. Данил Кипалин, тюн. Починить, конечно, у нас денег не так уж и много, чтобы утюнговать, но я не знаю, может подзаработаю, либо хрен его знает. Либо как-то... Попрошу кого-то позычить, чтобы потом Соснова дать. Ну, разберемся. Думаю, тюнг бы был для него довольно-таки неплохим. Довольно-таки неплохим был бы для него тюнг. Так, ждем зеленый сигнал светофора. Ладно, доехали уже. В принципе, такая была неплохая серия, коротенькая, я вам рассказал. Пишите в комментариях насчет тюнинга этого Мерседеса. И пишите, что еще с ним можно сделать. Ну ладно, в принципе, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Заходите на сайт и ждите новых серий. Всем пока-пока. I'd be crying.